Мотостудия Нейтринос. Шлем «Хищник 2». Вы наверняка видели этот шлем в интернете или даже на улицах своего города. Сегодня вы узнаете, как мы делаем этот шлем. Сохранив в себе все функции защитного шлема, «Хищник 2» обладает неповторимым дизайном. Каждый шлем уникален и изготавливается в Нейтринос только под заказ. Основа шлема — это стеклопластиковый корпус. Чтобы изготовить такой корпус, мы используем стеклоткань. Сначала нарезаем куски необходимой формы. Далее обрабатываем сборную матрицу специальным составом, к которому и прикрепляется стеклоткань. Всего получается несколько слоев, которые пропитываются полиэфирной смолой. Для придания корпусу дополнительной прочности мы используем карбон. После химической реакции смола затвердевает вместе с карбоном и стеклотканью. В результате получается прочный и легкий корпус шлема «Хищник 2». В базовой версии шлем покрывается черной матовой краской. Но если вы хотите что-то действительно особенное, то к работе подключаются наши художники. Уникальный рисунок создается профессиональным художником. Каждая роспись шлема начинается с эскиза, согласованного с заказчиком. Уже расписанный шлем доводится до совершенства полировкой лаковой поверхности. Готовый корпус возвращается в мотостудию на сбор. На нашем шлеме уже установлен лазерный модуль, и теперь приступаем к дредам. Два дреда длиной 34 сантиметра придают шлему действительно фантастический вид. Следующим этапом устанавливается два клапана вентиляции, для того чтобы в шлеме не было слишком жарко. Шлем — это прочный корпус снаружи и мягкий внутренний демпфирующий слой внутри. Слой пенопласта надежно крепится внутри оболочки. Теперь крепим заклепками фиксирующие подбородочные ремешки. Быстросъемная внутренняя часть шлема и боковые подушки слева и справа. Чтобы под визор не проникала вода и ветер, приклеиваем уплотнитель. Завершаем работу по созданию шлема «Хищник 2» установкой темного визора. Замечу, светлый визор уже в комплекте с каждым шлемом. Вот так. От заготовки до готового шлема «Хищник 2». Уникальный, дерзкий и неповторимый шлем «Хищник 2» разработан и изготавливается только в мотостудии «Нейтринос». Из студии шлем отправляется на фотосессию. Именно так мы делаем профессиональные фотографии для нашего веб-сайта. Теперь шлем занимает почетное место в магазине. Съемный визор. Стандартные размеры шлема. Лазеры. Уникальная аэрография или брутальный черный матовый. А для спортсменов у нас особое предложение. Каким будет ваш шлем? We'll be right back.